Всем привет! Мы решили еще раз послушать Моргенштерна. Как-то он что-то в сентябре такой активный. Витя АК не раз убивала совместно с Моргенштерном. Но это не официальный вышедший. Вот в чем дело-то. Ну, мы, как бы, если там потом какой-нибудь клип выйдет, то мы, возможно, еще послушаем. Должны. Просто все просят. Вы вот просите. А я всегда говорю, мы ждем официально вышедший. Это не официально вышедший. Ну, давайте послушаем неофициально вышедший. Да. Ну, как бы, Витя АК мне не понравился, да? Вот он же это вот... Ра-та-та-та-та. Ну, нет, а он был в этом, как ее? Или это не он? Ну, вот в клипе «Ра-та-та-та-та». А нет, а в этих в батлах его не было? Не, он не батл. А, я всех перепутала, да? Ну ладно, перепутала я всех. Витяка такой страшненький, небольшого роста, вот таким вот голосом. Может быть, он красивый для кого-то. Так, да, давайте не будем оскорблять Вику. Погнали. Вот так ничего, музычка. Как-то не похоже на Моргенштерна. Витя АК. Падаю на бит, как твой батя на диван. Рэперов не вижу, хожу им по головам. Минимум движений, чтобы максимум навар. Ничего не понял, тогда парень, ты болван. Город я на связи, когда город им не спит. Выбросил в помойку телек, что промывал мне мозги. Но валю басы, монитор бубнит. В газете написали, прокурор убит. Да ты не ссы, мало ли о чем район шумит. Тут постоянно кого-то ебошили. Дожили, было время, отжимали, кошели. На это кушали, прямо с ножика. А там музыка валит. Братика там на поле. Это, а где у нас Моргенштерн? Мы не раз умирали. А там музыка валит. Братика там на поле. Нас на раз убивали. Мы не раз умирали. Айо, это Моргенштерн. Слушай этот шит прямо из ФФ. 2-2-0-8, легенда здесь. Сколько тебе лет тогда было? 10. Кать, новый Кадиллак без номеров. Кать, манит тебя голодных мусоров. Чёрт, Моргенштерн не узнает. Кину мелочугу, поеду дальше. Ватакат, новый автомат. 22 года, сука, 22 карат. Золото на шее, будто ёбаный пират. Всегда. Две легенды на бите, вот так-то. Если хочешь попиздеть, аккуратнее. Мы ребята далеко не деликатны. У Азиза боевые автоматы. Это на века, это на века. Папа да АК, сука, мы валим города. Ты не забывай, то как мы валим на битах. Ра-та-та-та-та-та. Это музыка валит. Братика там на поле. Нас не раз убивали, мы не раз умирали. Это музыка валит, братика там на поле. Нас не раз убивали, мы не раз умирали. Кстати, хочу сказать, что, в принципе, как-то интересненько получилось. Ну, трек, клипа, да, клипа нет, наверное, потому что это так, это просто была дорога. Моргенштерн тут был не похож на себя. Ну, словами похож, а по голосу, наверное, такой старый добрый Моргенштерн, который... которого мы уже забыли, и как-то он там что-то старые свои песенки пел, как-то мы их слушали, а здесь он такой прям неузнаваемый. Ну, как-то они вместе хорошо совпали, и вот этот Витя АК или Витя АК мне вообще понравился, вот тут он хорошо так спел. Что ты, удивился? Я просто этот трек не слышал, Витя АК тебе понравился? Да. Странно, но у него голос был писклявый, может, мы что-то другое включили? Не, не писклявый. Не писклявый. Странно, я потом переслушаю, может, мы вообще не то слушали, а ты не то слушала. Ну, не знаю, что-то как-то это, неплохо и свежо. Свежо. Да. Ну, вот, собственно, не знаю, что еще вам сказать. Вместе спели, даже вот кого выбрать-то, как бы и Моргенштерн был необычен.
и Витя был, так как я его и не помню. Ну, в общем-то, как бы в целом получилось все достаточно прилично и интересно. А интересно – это самое лучшее, когда интересно. Есть какая-то такая изюминка, которой не всегда бывает. Всем пока!